Декупаж – это техника декорирования, которая заключается в приклеивании различных изображений с помощью специального декупажного клея. Компания «Таир» производит два вида декупажного клея. Клей-лак для твердых поверхностей предназначен для наклеивания декупажных карт и салфеток на предметы из дерева, картона, стекла, камня, керамики, металла, пластмассы и других материалов. Для наклеивания изображений на изделия из натуральной ткани, а также искусственной или натуральной кожи, выпускается декупажный клей-лак по ткани и коже. После высыхания он образует гибкий эластичный слой, который не трескается при сгибании. Существуют различные способы применения декупажного клея-лака. Декупаж салфетками и тонкими декупажными картами. Сперва вырезаем или вырываем из салфетки фрагмент, который мы собираемся приклеить к декорируемой поверхности. Расслаиваем салфетку. Нижние белые слои выкидываем, а цветной оставляем. На декорируемую поверхность тонким слоем наносим клей-лак для декупажа. Затем кладем цветной слой салфетки на прозрачный канцелярский файл изображением вниз и сбрызгиваем водой из пульверизатора. Если появляются складки, осторожно расправляем их. Затем сливаем с файла воду, переворачиваем файл вместе с салфеткой и прикладываем его к поверхности. Тщательно разглаживаем файл, чтобы прижать салфетку к поверхности. Приподнимаем файл за край и осторожно снимаем его. Сверху изображение закрепляем и пропитываем дополнительным слоем клея-лака. Небольшие элементы салфеток до 4-5 см можно наклеивать без замачивания. Кусочек салфетки прикладывается к поверхности и промазывается поверх декупажным клеем от центра к краям. Декупаж плотными декупажными картами и рисовой бумагой. Смачиваем декупажную карту водой с помощью пульверизатора или в отдельной емкости. На декорируемую поверхность тонким слоем наносим клей-лак для декупажа. Элемент декупажной карты прикладываем к поверхности и разглаживаем синтетической плоской кистью от центра к краям. При нанесении клей молочно-белого цвета, но после высыхания становится полностью прозрачным. Закреплять приклеенные изображения финишным лаком не обязательно. Декупажный клей-лак образует водостойкую защитную пленку. Клей-лак «Таир» не желтеет со временем или при обжиге. Декупажный клей-лак отлично сочетается со всеми линейками акриловых материалов, что значительно расширяет его возможности.